К другим темам. Ульяновская молодежь приводит в порядок Воскресенский некрополь. Это старинное кладбище на Карла Маркса, на территории которого больше 20 тысяч могил, и около половины из них связаны с событиями Великой Отечественной войны. Вооружившись снаряжением и добро орудуя руками, большой группой волонтеры убирают огромную территорию. Среди участников активисты Народного фронта, курсанты колледжа государственной и муниципальной службы, волонтеры Победы, суворовцы и представители судебных приставов. Ульяновцы привели в порядок захоронения защитников Родины, тружеников тыла и жителей города, чьи биографии связаны с военными годами. Мы это делаем каждый год. Ребята приходят с удовольствием, потому что это реальная возможность сказать спасибо подвигам наших ушедших героев. В этом году мы планируем еще несколько субботников вот в течение апреля месяца и в начале мая, для того, чтобы подготовиться к празднику и чтобы встретить праздник с хорошей благоустроенной территорией. А в Ленинском районе приступили к покраске бордюров. Работы проходят на улицах Гончарова, Ленина, 12 сентября, Минаева, Спасская, Дмитрия Ульянова и на бульваре Пластова. Запланированы и нанесение горизонтальной разметки, ремонт ограждений, уборка прилегающей территории. После зимы мы обычно весной всегда производим покраску, обновляем дорожный борткамень. Нас 25 человек сегодня. Трудимся в поте лица.